Сегодня 27 января 2022 год. Вот с 22 января на улице Мичурина, дом 30, квартира 18. Такая у нас проблема. Все течет, но ничего не изменяется. Крыша новая, а проблемы старые. С 19-го года все эти протечки. Это была гостиная, а сейчас это кухня. Летом делали ремонт. После первого потопа не решались это делать. Но потом устали жить в этой грязи. Вот, решили сделать. Поклеили новые обои. Радовались. То, что все же удалось нам что-то изменить в лучшую сторону, но зима пришла и сказала: ребята, вы в той же яме, что и были. Никто ни на что не реагирует, дом управления валит на одних, те валят на дом управления, крышу не чистят, ничего не делают. Жилищная инспекция говорит: зимой нельзя эти крыши чистить, опасно. Ну, а нам тут не опасно, что мы можем под этими каплями жить, слушать музыку дождя. Вода может проникать до второго этажа. Уважаемый Ника ТВ, хоть вы отреагируете на нашу проблему. Вы уже у нас были на Мичурина 30, квартира 18. Два раз проходили съемки. Я показывался на телевидении. Супруга моя тоже. Вот, были кинозвездами. Всего вам доброго!